Восьмиклассник из Вилейки получил кубок чемпиона Беларуси по шахматам. Соревнования проходили в Бресте. За звание лучших состязались более 1500 юных участников. Интеллектуальным спортом Захар Емельянов занимается 7 лет. Посещал шахматную школу, а также тренировался в онлайн-формате. Играл с соперниками из Беларуси и других стран. Сейчас Захар профессионал. Легко обыгрывает даже папу. В копилке восьмиклассника множество наград. Например, в Беларуси шахматист такой Лазовик Денис, он, по-моему, 18 лет стал гроссмейстером. Смотрю, партий его много. Интересно посмотреть, как играют вот высшие шахматисты. Не всегда получается выиграть. Соперники бывают значительно сильнее, и надо быть стрессоустойчивым. Нужно где-то поругать, где-то пожалеть, где-то помочь. И физическая подготовка очень сильно играет роль, потому что партии могут длиться иногда 4 часа, 5 часов. Сейчас Захар Емельянов готовится к первой лиге по шахматам, которая состоится в Минске. Парень настроен на победу, а в будущем хочет стать гроссмейстером.